And I don't regret every song that I wrote for you. I don't forget all the heartache you put me through. And I won't pretend every song. Виталина собирается на концерт. Сегодня нас пригласили на концерт группы Group Love, самая известная их песня Colors. Я первый раз про них слышу и прочитал про известную песню в Википедии. Еще знаю, что группа была основана в 2009 году, и это инди-группа. Все. Позвонила знакомая, подруга точнее, сказала, что билеты у них есть, но они не хотят идти, поэтому предложили нам. Мы согласились, пойдем сходим, посмотрим. Пока все. Это вот цветы я Виталинке подарил. Только что снял конфеты Зорина Саева, очень классные. Это вот я ей жабку подарил, сейчас покажу. Вот жабку я ей перевез. Это же, да? Да. У нее на стене такая вот хрень, и здесь она будет снимать свои влоги. Это еще вот тут есть такая офигенная картина. Смотрите. Смотрите, какая красивая девушка со мной на фоне. Вот. С тобой на фоне. Твоя девушка лично. Моя девушка, да. А вот еще я вчера пытался настроить гитару. Получилось, но не до конца. Сейчас взял тюнер, дострою. Ну, чуть-чуть позже. Пока-пока. Мы вышли на концерт. Ехать нам 20 минут. Сейчас где-то 6:15. Туда нужно быть на 7. Как раз успеем. В очереди плюс. Вот Виталинка. Да, Виталинка тут была формула. Виталинка, что? Что говоришь? А, ты там припарковался? Ну да. Вот такое вот живое здание. Это многоэтажка. Такая пятиэтажная. Это вот такой холл. Вот только заходите, и такая вот картинка. Плакат Хэллоуина, то есть на улице уже дубарь. Поэтому я застегиваюсь. Пошли вон наверх пошли. Вот такие вот дела. Завтра на работу. Это немножко угнетает, но в принципе неплохо, как бы нормально. Отдохнули. Вчера был хорошо в клуб сходили, музыка поиграла, хорошие кадры поснимал. Не все, конечно, в клуб сходили, но как бы я сходил. Поэтому вот такое дело. Я вчера поехал в клуб, а Виталину оставили дома. Она суп убирала там в итоге, еду готовила, ужин варила. Не варила. Не варила ужин? И ужин не варила. Тогда сейчас опять поедешь, опять я пойду. Шутка, просто я уехал, мы были вместе, там перевозили и так дальше, потом я уехал. И мне звонит подруга, говорит, что поехали, мы едем в клуб, типа, тебя ждать или нет? Ну, я такой, окей, я тоже с вами. Ну, а она, Виталина уже как бы устала, поэтому решил я ее не дергать. Да, Виталина устала. Да. Меня решили не брать. Я в три диски. Это вот такой красивый подъем. Очень резкий подъем. Да, таких вообще резких подъемов в дорогах Канады мало. Именно в Торонто, это вот один из них. Парковаться стрёмно, потому что... Тормоз нужно нажимать, ну реально по миллиметру, потому что очень резко. Очень крутой подъем, короче. Это задний двор какого-то живого здания. Не знаю, что за концерт, вообще никаких представлений нету. Какая-то рок-музыка. Это вот моя принцесса. Ну все, мы будем ехать, там сниму, продолжу, пока. Пришли немножко раньше, поэтому стоим в очереди. Запускать людей будет в 7 часов. Я пошел купил человек, потому что как бы холоды на улице уже позамерзали, у меня нос заложен. Очередь достаточно длинная, ну, 200 метров тянется линия. Народ ходит, кричит, орет. Ну как бы группа, я так понимаю, достаточно популярная. И самый популярный ролик их на YouTube 19 миллионов просмотров. Я так понимаю, это классный показатель. Ну у меня ролики набирают максимально 700 просмотров. Да, поэтому это крутые ребята. Я в них лично верю, а там дальше посмотрим. Мерзнем дальше. Мы зашли в середину, люди пока подходят, потому что мы одни из первых зашли в середину. Ну такое себе помещение. Мы думали, что будут сидячие места, но их реально нет. Есть балкон, и там ну, на балконе, да, внизу нет, внизу все стоящие. Вот такое вот помещение. Сцена вроде ничего такая. Soft the Move. Это инди-группа. Нужно было накуриться травы, но мы не согласны так, с таким решением, поэтому просто пришли посмотреть.